у нас здесь после урока Талмуда, вот мы здесь изучаем Талмуд, а после урока по Талмуду у нас здесь есть минха. Ну, я, может, много раз, кто смотрит наши уроки по Талмуду, знаешь, я говорю, вот сейчас надо на минху бежать. Так вот, один из постоянных посетителей нашей минхи в офисе Толдота, это Яир Ривлин. Кто такой Яир Ривлин? Это директор, управляющий вот этим каньоном, зданием, которым мы вот здесь снимаем помещение. Очень приятный парень. Мы с ним занимались перед Песохом, изучали глубокие объяснения, связанные с пасхальной Агадой. Очень приятный парень. Он, Яир, кроме всего, еще и племянник президента нашей страны Рувена Ривлина. И вот я у него подтвердил, так сказать, такой факт. Оказывается, у Руви Ривлина, у нашего президента Израиля, есть секретарь или как бы, как это называется, доверенное лицо, женщина, соблюдающая женщина, мать 9 детей. И про нее говорят, что она очень хороший специалист, и она помогает, ведет дела Руви Ривлина уже давно. И, в общем, она очень хороший и очень грамотный специалист, и секретарь, и, как называется, референт вот этого, да, референт. Его еще в течение последних 10 лет, еще с тех времен, когда он был просто член КНЕСТа, а не был президентом. Одно время он был руководителем КНЕСТа, как бы Йошевро, председатель КНЕСТа. Да. Так вот, с ней была такая вот история, которая была, прямо скажем, неординарная. Руви Ривлин, это наш израильский, конечно, стиль, так сказать, называть президента уменьшительно ласкательным именем Руви. Так вот, Руви Ривлин встречался с папой Римским и пожал ему, папе, руку. А вот эта дама сказала, я не могу пожать папе руку, поскольку я не могу дотрагиваться до чужого мужчины, как бы, даже если он папа Римский. Тогда ей кто-то, то ли сам папа сказал, то ли кто-то ей сказал, что тогда нужно как бы ему поклониться, да, папе. На что она сказала, ну, понимаете, у него на груди висит крест, и поклониться я ему тоже не могу, поскольку это противоречит моей вере, я не считаю нужным по закону Торы кланяться кресту. И дальше история, на самом деле, не только про эту женщину, а про современного папу тоже. Да, про него говорят, что он там показывает, что он там целовал руки жертвам Холокоста, которые встречались с ним в Яд Вашем. И про него как бы говорят, что он человек так, в принципе, поведение его очень достойно. Так вот, он сказал, вот, говорит, посмотрите, что такое вера. Человек, так сказать, верит во что-то. Так он сказал про эту женщину. И она не готова ни руку мне пожать, не поклониться мне, да, поскольку это противоречит ей. Вот это настоящая вера. Так сказал папа Римский. А я к чему это рассказываю? Что я-то раньше думал, что, ну, может быть, это какая-то пресса, просто какая-то утка газетная. Нет, Яир, поскольку мы с ним общаемся, нам это подтвердил. Все правда, история именно такая и была. Вот. Вот, понимаете, что значит настоящая женщина, которая работает референтом у президента Израиля, но принципы свои. То есть Всевышний для нее выше ее работы, выше положения, выше того, что может быть неудобно. Выше всего. Сильное действие, сильный поступок. И на самом деле это поведение Мордыхая. Да? Мы сейчас изучаем трактат Мегила. Он не согласился кланяться Аману, несмотря на то, что как бы все говорили, ну как бы надо же поклониться, но это же неудобно, он же главный визирь. А Мордыхай не соглашался, потому что у Амана на груди была какая-то, а вот забыл, какой-то идол. Вот, ну, современный папа не Аман, это точно, но, по крайней мере, вот эта женщина показала, что... Это
нужно... Кто? Вот этот папа. Нет, это другой. Тот, который сохранил семью во время Холокоста, это Иоанн Павел II, он уже умер. Это другой. Вот такая вот история. До свидания.